Дорогие девочки, я люблю, когда девочки, знаете, выходят красиво, да? Поэтому давайте уходим как будто вот сюда, вот сюда, чтобы вас больше не видели, вот сюда. Вот. Уходим. И давайте красивой походкой возвращаемся на свои места. Давайте под хорошую музыку. Выходите красиво. Ну что же, девочки, сегодня мы попали в школу. В школу для амурных девчонок. Что же это в первую очередь значит? Конечно же, мы будем что-то делать, доказывать, что мы действительно гламурные, мы все красивые. Ну и, конечно же, девочки, вы в клуб, конечно же, ходите, да, в ночные клубы? Иногда ходите, да? Ну, значит, вы знаете, что вам надо стать настоящей чикой, да, которая, например, должна таскать собачку. Та, которая богаче, та покупает себе собачку, которая трясется там, иногда гадит, но не ходит с ней. Ну, вот денег нету, покупает овчарку, волочится с ней в дискоклуб, да. Ну, и... Да, ну, не так кусают, а у меня там, но дело в другом. Там своих животных хватает, поэтому вам надо научиться таскать всякую скотину домой, да? Чтобы научиться всякую скотину за скотинку таскать, Аслан, успокойся, всякую скотину, чтобы научиться таскать домой, вам надо что сделать? Вам надо подкачаться. Да? Ну что же, давайте. Нет, вам надо руку поставьте, давайте, на колено. Поставьте руку, давайте. Бицепс, качаем, бицепс, давайте. Молодцы, девочки. Ну что ж, конечно же, вам надо, что еще? Что делать? В клубе вот всегда популярно, чтобы в ресторане что-то появлялось. Что вам надо делать? Губы показывают. Селфи, да. Вот парень знает, парень. Вот. Ну что ж, селфи делать. На что, на какое устройство лучше всего делается селфи? Да, вот представьте, берете ай-ладошку. Ай-ладошку? Да. Ну да, берете ай-ладошку. И вот представьте, что вы фотографируете. Давайте. Я говорю раз, вы фотографируетесь и забираете. Я говорю два, вы фотографируетесь и забираете. Я говорю три, вы фотографируетесь и забираете. Я говорю четыре, вы фотографируетесь и забираете. Я говорю пять, вы фотографируетесь и забираете. Я говорю шесть, вы раздеваетесь и уходите. Шучу, конечно, можете не уходить. Ладно, девчонки. Нет, на самом деле, давайте, да, представьте. Не забывайте, рабочая поза. Мы покажем, как вы фотографируетесь на, конечно же, на селфи, которое потом вы выставляете в Инстаграм. Вот представьте эту картину, что сейчас вам надо сделать. Вот у вас последняя батарейка уже на издыхании, надо выставить фото, вы должны зачекиниться, только в клуб пришли, а зарядить нет. Вот вам на последнее фото ставить рабочую позу, я говорю раз, вы делаете фото и забираете. Я говорю два и так далее. Ну что, давайте. Раз. И забираете. Ну что ж, просто. Твой молодец. Красивую позу. Забираешь, фотографируешься. Давай. Давай, твоя очередь, хорошо. Стоять. Вот такие позы. Стоять так надо. Мы будем наблюдать, да. У нас кадр застрял. Ну что же, Катя, красавица. Вот так вот. Наша. Вот так вот. Понятно, когда чекинется, фотографируется, все это делает. Ну что же, давай. Аплодисменты девчонкам, а? Какие профессионалы, как они умеют, да? Молодцы. Ну что,